two, three, four. Всех приветствую на канале моих зрительных подписчиков. Сегодня будет разборка вот такого термопистолета. Это, как же он называется, уже стерлось название. Стэнли, по-моему, Глю. В общем-то, популярная модель и одна из самых лучших на рынке. То, что сегодня можно купить. Мощная и вообще хорошая. Пользуюсь давно. Разбирать надо, периодически надо, ради профилактики. Особенно часто бывает так, что если в магазине купили, на этикетке указано 11,2, на самом деле надо проверять. Я вот покупаю в последнее время вот такие стержни на Алиэкспресс. Недорого, 200 мм длина, 50 штук, 1 кг, 11,2. Давайте посмотрим, насколько они честные. Разборка будет 5 секунд. Смотрите. Не надо 11 миллиметров вставлять, будет протекание. Это плохо. Так, ну давайте разбирать начнем. Я уже несколько раз его заливал плохими стержнями, поэтому знаю, как разбирается. Во-первых, снимаете вот эту резиновую заглушку. Предварительно чуть-чуть включите, разогрейте термопистолет, если у вас там закис он каким-то образом. Снимаете вот эту подставочку в сторону, выкручиваете носик металлический. Они бывают двух видов. Продается две насадки. Один подлиннее, другой поменьше. Ну, это ходовой, этот поменьше я им пользуюсь. В труднодоступных местах можно накручивать подлиннее. Так, ну я говорю, лучше чуть-чуть нагреть, тогда легче вот это выкручивается. Так, здесь колечко вот так вот стояло уплотнительное. Все это потом надо будет мне почистить, нагреть и протереть хорошенько. Здесь, чтобы дальше выкрутить два винта, потребуется вот такая вот отвертка Торкс, шестилучевая. Ну, можно и обычной отверткой умудриться шестилучевую крутить. Ну, у меня есть специальная. Наверное, наборчик вот такой возьмите, ребята, оставлю ссылку. Универсальный набор и копеечный с Алиэкспресс. Ну, видите, если не часто ремонтируете, и достаточно и такого набора. Самое главное, там есть все насадки. Даже треугольные, там еще какие-то спецнасадки. Множество. Теперь вот здесь вот есть колечко металлическое. Поддеваем и снимаем. Если бы обнагрел, оно легче снялось бы. Вот. Сняли. И с обратной стороны. Вот эту поддеваем отверткой и снимаем. Все, теперь можно снимать корпус. Поддеваем. Везде. Должен сняться. Маленько на клюю держался. Видите, как здесь все страшно. По идее, это нагреть и все это выскоблить отсюда. Здесь то же самое. Затекает обычно каким образом? Если стержень меньшего диаметра, то через вот это место вылазит клей. Или бывает, носик чуть-чуть не закручен, уплотнения нету, то вот как у меня бывает внутрь сюда. Из-под носика вытекает. Ну, теперь вы знаете, как оно все разбирается. Вот этот сам нагревательный элемент. Здесь вот резинка. Здесь, чтобы лучше сцепление было, я вам покажу. Я все-таки накрутил сюда проволочки немножко. Медной. Видите?
Так, что-то тут она уже, надо ее поменять. Чуть-чуть диаметр надо уменьшить, вот это вот, тогда лучше цепляться будет. Вот так вот сделано. Может, вместо проволочки что-то другое придумать. Какую-нибудь наждачку наклеить по контуру. Сейчас подумаю. Для лучшего зацепа, чтобы не скользило. Потому что это гладкое. И бывает, что скользит. Вот, все. Собирается в обратной последовательности. Если видео понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. И подписывайтесь на канал. На канале уже около 400, наверное, больше видео. Всякий ремонт, всякие ништячки полезные для вас. Обзор, распаковки. Если вы что-то покупаете в интернет-магазинах. Очень интересные, недорогие вещи выбираю на Алиэкспрессе. Но в быту очень полезные. Термопистолет с Алиэкспресс не советую брать. Это я в наших магазинах купил. Вот везде этот термопистолет. Сейчас буду чистить все основательно. И ставить все на место. Все. Всем пока и до новых встреч.